Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с дисплейным мультиплексором. Топовый процессор AMD Ryzen 9 6900HX. Интеллектуальная система охлаждения ROG с жидким металлом в качестве термоинтерфейса. И самый скоростной дисплей 360 Гц с четким изображением. Этот ноутбук — воплощение киберспорта. Привет, ребят, с вами Никита, на связи Republic of Gamers, и мы с вами на том же месте, в нашей ROG стриме Струбинерской. И мы на том же месте, в нашей ROG студии Стримерской. Сегодня у меня для вас приготовлено кое-что интересное для распаковки и моего рассказа. Многие знают, что среди нашего большого арсенала ноутбуков у нас есть линейка Strix, Strix Car и Strix G. Так вот, сегодня у меня на руках ROG Strix G17 2022 модельного года. Ну и мне не терпится вам его распаковать и показать. В ходе нашего сегодняшнего видео вы узнаете, какие изменения затронули обновленную версию ROG Strix G, какая начинка установлена на борту этого устройства и какие особенности присутствуют в дизайне. Погнали! Ну давайте, наверное, распакуем ноутбук, я вам покажу комплектацию. Коробка, кстати, такая достаточно увесистая, но все-таки это 17-ка. Новый цвет. Серый, такого еще не было. Ну, прикольно очень выглядит. Дух киберпанка до сих пор в линейке Strix, Strix Car, Strix G у нас сохранен. И новую вкрапинку, будто так краской накидали на декоративную накладку Armor Caps. Классно. Ну и давайте я его отложу в сторонку. Посмотрим, что у нас здесь. Как и всегда, гарантийный талон, руководство пользователя. И здесь есть конверт, в котором лежит такое некоторое приветственное письмо, в котором нас поздравляют, что мы стали обладателем продукта Republic of Gamers. Ну и далее в данном отсеке у нас блок питания, адаптер питания на целых 280 ватт. Ну и, конечно же, к нему идет кабель питания. Ну, собственно говоря, на этом все. Я вам предлагаю перейти к самому ноутбуку. Я вам расскажу про его особенности, характеристики, что изменилось, что на борту нового установлено, какие инновационные технологии, системы интеллектуального охлаждения и тому подобное в нем установлены. Поэтому погнали. Что же у нас по дизайну? Корпус ноутбука украшен всевозможными декоративными элементами, вплоть до нижней панели, и поэтому будет смотреться отлично с любой точки зрения. Дух киберспорта в линейке Strix сохранен до сих пор. Ноутбуки выглядят действительно стильно, ярко и притягивают взгляд. А добавить еще больше красок поможет синхронизируемая подсветка Aura, встроенная в клавиши клавиатуры. Она продолжается в иллюминационной полоске, бегущей вдоль корпуса. Смотрится очень классно. Плюс ко всему, у вас есть возможность сделать свою жизнь с ноутбуком еще ярче, выбрав цветовую версию Bold Green или Electropunk. Если же вы предпочитаете более строгий стиль, вам непременно придется по вкусу цвет Eclipse Grey. Устройство, кстати, весит 2,9 кг. Основу аппаратной конфигурации ROG Strix G17 22 модельного года составляет новейший 8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 6900HX, который может быть дополнен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с термопакетом 150 Вт. Ноутбук комплектуется оперативной памятью нового стандарта DDR5 до 32 ГБ, работающей на частоте 4800 МГц. Она обладает значительно большей пропускной способностью по сравнению с DDR4, а скорость записи выросла на 50%. За молниеносный запуск игр и моментальную передачу файлов отвечает SSD-накопитель с интерфейсом PCI-Express 4.0 X4 объемом в 1 ТБ. Стоит также отметить, что во все линейки ноутбуков ROG 2022 модельного года используется специальный мультиплексор, позволяющий переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты. В нем снижается латентность, а производительность в соревновательных играх повышается в среднем на 15%. Я уже вам неоднократно говорил, повторюсь, охлаждение — одно из главных сложностей при проектировании игровых ноутбуков. И инженеры Republic of Gamers постоянно ищут способы его улучшить. Чтобы обезопасить мощные компоненты от перегрева, в ноутбуке ROG Strix G17 реализована интеллектуальная система охлаждения Republic of Gamers. В качестве термоинтерфейса центрального процессора применяется жидкий металл, который снижает температуру чипа на 16 градусов по сравнению с обычными термопастами. Тепло быстро выводится наружу вентиляторами через 4 вентиляционных отверстия. С программной стороны доступны как пользовательская регулировка параметров, так и предустановленный режим охлаждения. Режим Silent обеспечит тихую работу под низкими нагрузками, а режим Performance — повышенную графическую производительность за счет некоторого увеличения скорости вращения вентилятора. Каждый наш вентилятор ArcFlow оснащен 84 изогнутыми лопастями, толщина которых изменяется от основания к кончику таким образом, чтобы усилить воздушный поток, но при этом снизить турбулентность и, следовательно, шум. У 17-дюймовой модели, в отличие от Strix G15, увеличен не только размер экрана, но и частота обновления.
обновление. До 360 Гц в варианте Full HD и до 240 Гц в варианте QHD. 360-герцовый Full HD дисплей фактически является самым скоростным среди всех доступных на сегодняшний день вариантов. Он поможет сильнее погрузиться в игру и быстрее реагировать на происходящее в ней события. А дисплей с разрешением QHD будет оптимальным выбором для тех, кто хочет получить более детализированную картинку при достаточно высокой частоте обновления. Также конфигурация может похвастаться низким временем отклика в 3 миллисекунды и поддержкой расширенного динамического диапазона по стандарту Dolby Vision. Цветовое пространство у дисплея 100% sRGB, а также экран имеет антибликовое покрытие. А что у нас насчет звука? Встроенные динамики с интеллектуальным усилителем поддерживают технологию Dolby Atmos, которая формирует виртуальный многоканальный звук. Имеются предустановленные режимы звучания, оптимизированные под игры и фильмы. Аудиосистема совместима со стандартом HiRes Audio, что позволит насладиться звуком аудиофильского качества при подключении наушников. Технология интеллектуального шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении, отфильтровывая посторонние фоновые звуки. Высокоточная клавиатура ноутбука ROG Strix G17 обладает оптимизированной раскладкой с промежутками между группами функциональных клавиш, большими клавишами со стрелками и специальными горячими клавишами для часто используемых команд. Эксклюзивная технология Overstroke позволяет увеличить такой важный для геймеров параметр, как число действий в минуту за счет более раннего срабатывания клавиш, задолго до ее полного нажатия. Клавиатура снабжена полноцветной подсветкой с поклавишной настройкой и дополнена тачпадом с большой сенсорной панелью. Кстати, во время длительных игровых сессий во многих ноутбуках внутренние компоненты устройства могут так сильно нагреться, что становится некомфортно касаться клавиатуры. Для устранения этой проблемы вокруг клавиш WASD сделаны крошечные вентиляционные отверстия, через которые вентиляторы затягивают в корпус холодный воздух, и вы с комфортом сможете продолжать свои игровые сессии. Также хочу отметить горячие клавиши, которые расположены слева над клавиатурой. По умолчанию они служат для доступа к приложению Armory Crate, выбора режима работы, регулировки громкости и отключения микрофона. Их можно перепрограммировать на запуск других приложений или выполнение команд макросов. По автономности. Благодаря аккумулятору емкостью 90 Вт-часов ноутбук Strix G17 может похвастаться длительным временем автономной работы до 12 часов в режиме просмотра видео. Он поддерживает ускоренную подзарядку от 0 до 50% всего за 30 минут и подзарядку от внешних аккумуляторов через разъем USB-C. Данный ноутбук оснащается беспроводным модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает высокую скорость соединения с минимальными лагами и отличается особой эффективностью в загруженных сетях. Для игровой периферии на задней части ноутбук предлагает порты USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой режимов DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery, разъем HDMI 2.0b, а для подключения к проводной сети имеется порт LAN RJ45. Сбоку находятся два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Perfect. Итак, давайте подведем итог. Топовый процессор AMD Ryzen 9 6900HX. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с дисплейным мультиплексором. Интеллектуальная система охлаждения Republic of Gamers с жидким металлом в качестве термоинтерфейса. Четкое изображение на дисплее с высокой частотой обновления. Многозонная полноцветная подсветка с технологией синхронизации AuraSync. Ну и, конечно же, стильный и красивый дизайн. В ваших руках сам киберспорт. Этот ноутбук однозначно оружие победителя. Ну а я вам говорю, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это Republic of Gamers. Оставайтесь с нами, впереди у нас, как и всегда, много интересного. Пока.